Раз, два, три, четыре, пять, вышел, ёпта, князь, наконец-то, в коем-то веке записать видео, да еще и роллинг, еще и 93 тысячи самоцветов, бля, пиздец, просто, так, ладно, короче, взяли, чё взяли, чё сделали, ребят, да, там лайк поставили, ёпта, вспомнили, блядь, наконец-то о моем существовании, ютубу тоже сказали, вспомните о моем существовании. Добро пожаловать в мир, в мир отсутствующих уведомлений. Не суть. Слушай, нихера, это что такое? Серебряная, блядь, медаль? Нихера. Что-то я отстал от жизни битвы замков, а что это такое? Да, в описании будет ссылочка на... Знаете на что? На GTA 5. Нет, на Телеграм, ёпта, подпишитесь, а то оттуда уже, блядь, отписалось уже там человек 700, блядь. Я не помню, сколько у меня там было подписчиков. Короче, осталось меньше 1300, блядь. Давайте, ребят, подпишитесь, сделайте мне приятное. Увижу, что люди начнут подписываться, буду заебывать вас своими голосовыми сообщениями, вот, и слать всякое говно там постить из интернета. Ладно, не суть. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Катерпи, 90 тысяч самоцветов. Также у нас... Парящий остров. Ничего страшного. Подожди. Колесо удачи. В рот шатал его. Где это было? Подожди. Я ж успеваю по времени. Подожди. Карта богатства. Колесо парящего. Карнавальный торт. Вот он, ёпта. Короче, карнавальный торт и сокровищница. Вон. Вот будем ролить сегодня. Вот это вот всё забирать. Вон. Смотрим на недостающих героев. Ёпта. Облики. Ой, господи. Судьба. Заходим сюда. Что у нас тут, блядь, получается по судьбе? Угу. Чего тут не хватает? Что тут надобное? Дикарки не хватает. Галантного андроида, блядь, и инквизитора. Еще леди Вудхаус, вермильон. Вермильон, точнее, блядь. Шампиньон, сука. Арктика, серьезно? Серьезно? Разрушитель, да? Серьезно? Мисс Магия, серьезно? Механоид Альфа? Фанатик? Короче, я уже забыл, какие тут недостающие герои, но мы возьмем паролем. Да, еще это как ее сокровищница, да, вот. Давай, полетели. Посмотрим, что у нас тут. Я, у меня как бы палец, да, там уже мозоль. Ну, о, инквизитор. Он что, был, не был тут инквизитор. Что-то это, лайк поставили, ребята, ёпта, вот. Вам не сложно, а у меня писька привстает. Ну, типа, обеспечите мне избавление от импотенции. Че я несу, хуй его знает. Фея, череп, давай там эпики, Орфей, иди сюда, повторка. 90 тысяч самоцветов. Так, Медуза, Камцумия, давай дальше. Ледяной дьявол, королева змей, кристаллический эктоплазм, ворожей. Инженер, оборотень, призывательница. Окей, нормально, что-то падает. Летим дальше, дамы и господа. Кристаллический студент, дикарка. Отлично, замечательно. Наемный убийца, варлок. Давай дальше. Галантный андроид. Ниндзя, ниндзя, шаман, так, скиталец, шаман, циклоп, ледяной дьявол, фобос, горгул, тритон, палач, дальше, королева гарпий, дриада, ну давай уже, блядь, где, ёпта? Где это вот все, как мы любим? Твою ж дивизию. Ну ты чё, Космо? И что это? Мы уже потратили 30 тысяч самоцветов. О, инквизитор. Он уже падал сегодня. Ну ладно, еще пускай будет повторка. Циклоп, давай, шаман, ёпта. Душегуб, твою ж дивизию. Иди сюда. Валентина. Ну, фараон, леди Лео. Наемный убийца. Трифит, кристаллический эктоплазм. Рыцарь. Так, тритон. О, мадам Бо! Угу. Давай дальше. Призывательница, окей. Что-то, я надеюсь, мы недостающее вообще выбили. Палач, циклоп, давай. Дальше. Тритон. Смерть. Ведьма. Призывательница еще раз пришла. Атлантикор, череп. Ну давай.
Удиви меня, рандом. Жрица воды, вот что-то новенькое. Ну, хотя это уже старая героиня. Мадам Боа. Слушай, ну вроде бы сыпет. Вроде бы, наверное, жаловаться не на что, ребят. Жаловаться, походу, не на что. Давай. Гигант с холма, циклоп, бигфут, заклинательница, инженер, паладин, дама холода. Ну, что-то все не то. А смерть. Химера. Купидон. Палач, снайпер. Давай дальше. Жрица воды еще раз. Душегуб. У нас остается 27 тысяч самоцветов, друзья. Мы достаточно вообще в таком серьезнейшем темпе идем. Вот, а что у нас вообще по подаркам? Подарков тут, ёб твою дивизию. Ну давай откроем, что ли. Эх, эх, лютики цветочки. Интересно, когда я паролю вообще на своем аккаунте, а? Как вы думаете? Когда паролю на своем аккаунте? И давай там лайк поставь, ёпта. Лайк поставь. Лайк поставил. Вот. Будь добрый, блядь. Ёпта. Тя хули, от них толку ни хера. Он там что-то, ребята пытались поставить лайки под прошлым видосом, но все равно нихуя просмотров нету. Да, ну, как бы, ну, печалечка. Знаете, в чем еще печалечка? У меня остается 3 стика только. Нет, уже ночь, я выпил пиво, как-то садиться в машину. Не, ну, я немного выпил, я буквально несколько глотков. По закону своей страны, то есть я могу сесть за руль, но мне просто лень. Блять, идти, греть машину. Сейчас все магазины закрыты, это, то есть мне надо ехать на заправку. Ну вот, в которой там это продается, вот это вот все, вот эти вот все движухи. Еще, знаете, за пачку 4 евро отдавать, тоже, знаешь, не самое большое желание, как бы вам сказать, ребят, не самое большое желание. Так, давай дальше. Летим. 25, так. Ага. 400. Угу. Так, ясненько, ясненько, друзья. Ясненько. Понятненько. Идем дальше. Так, это мы тоже все расчехляем. Слушай, тут вообще нормально так ништяков, я бы вам сказал. Неплохо, я бы вам сказал, ребята. Давай. Так, это мы тоже расчехляем. Это тоже расчехлим. Места, что самое удивительное, еще есть. Места еще, ребята, есть. Ох ты, 10-я эмблема. Божечки. Давай сюда. Ясно. Давай сюда. Заходим. Окей. Сюда тоже тыркаем. Нормально. Сюда тыркаем. Тоже неплохо. Ну, как бы, ладно. Ништяки эти открываются. Просмотры мутятся. Вот. Так, есть. Дальше. Тут еще, смотри, типа 10 мешков Динамо. Это вроде Динамо, да? Если не ошибаюсь. Смотри, тут еще какие-то блатные. У меня таких-то и ништяков на аккаунте вообще нету. Мне же, знаете, ребят, завидно. Мне же завидно. А я вообще, между прочим, я подстригся, ребят. Вот, я подстригся и тоже лайк. Прошу, ребята, на лайк. Так, есть. Дальше. Есть. Дальше. Есть. Дальше. Тут что у нас? Окей, тут ничего. Давай. Опа. Так, это открыли. Вот эту штуку, наверное, мешок. Мешок выбора, да? Да. Тут ты выбираешь. Я не знаю, что на этом аккаунте надо. Слушай, ведь питомцев тоже открывать не буду. Давай глянем вообще. А, Динамо у нас уже 216 осколков. Подожди, ладно, окей. Ну тут он, по сути, как бы и есть. Ладно, ваши подарки давай еще откроем. Так, по времени мы успеваем, да, надо до 12 все закончить. Еще 32 осколка с 10 простых мешков. Ну, наверное, неплохо, ребят, наверное, неплохо. Давай дальше. Душегуб, у нас остается 24 тысячи самоцветов. Друид, не останавливаемся. Князь тыква, королева змей. Кристаллический, королева гарпий. Колос даже выпал, но он вроде бы был. Суккуб, давай еще. Опа, инквизитор, уже третий раз выпадает. Вот зачастую замечаю, да, типа тебе какой-нибудь герой падает, и все, у тебя еще куча других недостающих, но тебе будет падать именно этот один и тот же, по сути, герой. Так, ниндзя, давай, не останавливаемся, летим, друзья. Просто как не в себя, бочка, шаман, наемный убийца, алхимик, ниндзя, ворожей. И че, Валентина, капитан Дрейк, и че?
И чё, 6 тысяч самоцветов остается. Чё, через плечо, да, ребят? Профессор Риббит, демон-охотник. Окей. И чё, давай еще одну. Вот, Фрости, ну по красоте. Короче, в нуль потратил и выбил напоследок берсеркер. Но не хватит берсерка. Не хватило нам, конечно, да, там мисс магию выбить и так далее. Но там удивительно, что до сих пор нету этой героини. Смотри, заходим в карнавальный торт. И мы вот это вот все, по сути, забираем. Это раз. Потом, что мы еще делаем? Мы заходим в такую вещь, как сокровищница. Там посмотрим вообще, что оттуда может выпасть. Новости. Получи приз, 1+1, сокровищница. Ну, там сейчас до хера попыток. 46 попыток. Ясно, давай. Вы получили Розалинда. Золотой ключ. Яйцо питомца. Хотя бы быстро прогружается. Сейчас бы полчаса это открывали. Ну, Розалинду получили. Что вообще можно получить? Мешок полярного лиса. Миша, Розалинда, потрошитель. Барт, рудимент потрошителя. Перекус супер питом. Это типа это что, все призы, ёпта? Вы серьезно? Вот это вот все призы? Охренеть, просто типа, блядь, просто говна. Ладно, я пообещал, что я это все открою. Но по факту это получается бард, окей. Но по факту говна акция получится. Ну, если только для новичков, типа у них там кого-то нету. Ну, реально, да, блин, 500 орденов, нахрена, спрашивается, 2000 значков почета, нахрена, ну, уже вы в халяве столько раздаете, вот, но при этом, как бы, типа, здесь, когда акция, да, когда ты там донатишь или тратишь самоцветы, здесь выпадает полное говно. В чем логика, блядь, я не понимаю, то есть вы готовы раздавать все бесплатно, но при этом здесь будет выпадать полное дерьмо, да, при том, что тут, как бы, ну, логично. Ай, тут я хер ли объяснять. Все, забираем. Смотри, опа, ну что там? А, ну смотри, да, окей. Это мы, типа, получили сокровищницу. Не, ну, наверное, может, возьму свои слова, не знаю, обратно. Так, ваши подарки заново открываем. Что у нас тут? Вот эту вот штуку открываем, ребятушки. Ебой. Дальше. Вот это вот открываем. Ебой. О, мешок вермильон. А, подожди, так стой, типа, это ж не сокровища. Эти герои там, наверное, не из сокровищницы упали. Ну-ка, сколько отсюда выпадет? 19 осколков за 5 мешков. Слушай, это неплохо. Ну и как бы, в принципе, все. Я думаю, что так. А, ну, короче, сокровищница говно. Карнавальный торт заебись. Вот. Спасибо, кто поставил лайк и подписался на мой телеграм-канал. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Всех целую, ребятушки, и пока.